Всем привет, с вами Рисман, и в этом видео хочу рассказать вам про такую редстоун схему, благодаря которой с помощью печки можно активировать сигнал редстоуна. Что ж, сейчас я вам продемонстрирую. Загружаем печку, и лампа загорелась. Сейчас, когда печка пережгет, ну то есть огонь, вот эта вот фигня пройдет, мы увидим, что сигнал редстоуна слабеет, точнее вообще исчезнет, и лампа погасит. Нет, ждать это долго. Что ж, значит, собственно, построение этой системы. Вот как это выглядит сзади. Ну, что нам потребуется. Значит, печка. Сюда ставим токопроводящий блок. Сюда поршень. На него тоже токопроводящий блок. Сюда еще один блок, сюда факел, так, теперь выводим это наверх, прокладываем сеть редстоуна и ставим над вот этим токопроводящим блоком репитер обязательно. Вот так. Что ж, протестим. Так, да. Ну, в общем-то, на этом все. Далее это уже ваше дело. Мы можем здесь поставить инверсию. То бишь, сделать вот так вот. И когда мы запустим печку, лампа наоборот будет тухнуть. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.